равно нужно еще думать. Я просто боюсь, что мне руку никак не... Нет. А, чуть ближе к краю становись. Ну, ближе к краю, страшно. Все, не думай, все готово, давай. Ну, я понимаю, что готово, подождите. Вторую ногу подставляй. Подождите. Все хорошо, пока ветер не сильный. Да я меня просто будет еще шатать будет. Ну, подожди! Давай! Подождите. Отпускай руку. Ну, как отпустишь? Лево отпускай. Да подождите. Отпускай. Все, давай. Да тихо, нет! Один. Нет, подождите. Отпускай руку. Блин. Только не толкайте. Все, давай. Нет. Так, ближе к себе. Да, вот так? Да, вот здесь. 3, 2, 1, нет, давай! Нет! А, я думала, будет не так страшнее. Там еще кто-то орет. Ну, блядь. Доверься, давай. Да я понимаю, что доверься, просто страшно переворот, что ты сейчас вниз, блядь, ёбнешься. Не-не-не-не-не, подождите. Ай, блядь. А как лучше, разогнаться или лучше так прыгнуть? Просто из разгона, просто небольшой шаг вперед и все. Давай, кайфуй. Взгляд на горизонт. Очки спадают. Песня подбадривающая не поможет. Если в мешке были пчелы. Блять. Ну и шаг это просто сюда получается сразу вниз упаду. Да. Отталкиваться не обязательно. Угу. Шагай. Ветер вообще стих. Все отлично. Давай. Все, 3, 2, 1! Нет! Давай! Подождите! Страшно! Я просто боюсь, что эта веревка как-нибудь руку перемотает. Она не перемотает. Веревки внутри протектора, он просто соскользнет ближе к тебе. Хорошо будет. Как себя перебороть? Как ты не переборешь? Ты главное, что внутри. Да подожди! Блять. Все, готово? Готово? Давайте попробуем. Готово? 3, 2, 1! А, блять, у меня ноги трясутся! Блять. Поближе подойди. Вот, все. Наклонись или бомбочка лететь? Наклоняешься и летишь. Ближе к себе возьмись. Так вот? Да, да, вот здесь. Все хорошо бы, давай. Да я понимаю, у меня ноги тусятся. Не смотри вниз, смотри на горизонт. Без раздумий, просто небольшой шаг. Могу посчитать для тебя. Да я понимаю. Не смотри вниз. Просто ноги трусятся. Ладно, что я ветер поднимаю. Да ты тут постоишь, посмотришь. А как лучше так или без нее? Когда в руках что-то есть, спокойнее. И опять же, она не намотается на тебя, если она перед тобой будет. Ну, я имею в виду, что она когда дернется сильно. Не дернет. Ну что ж такое, блядь. Я ж вообще не трусиха. Фу, блядь. Еще после этой тренировки все ноги трясутся. Да, 10 секунд осталось. Фу. Почитать? А если... А, нет, так не канает. Все, ладно. Блядь. Блин, не знаю. Тогда, если не решаешься, как бы могу столкнуть и помочь.
Хорошо, она готова, полкаем. Ну, давайте так попробуем. Все, взгляд на горизонт, смотри. Туда. Прямо перед собой. Ерофея Рену видишь? Пиздец! Да. Да. Сейчас, подожди. Не падай. Не падай. Стой ровно. Мой получше забрать. Да я не знаю, что я.